В свои права вступила весна, студенческая. И со сцены областного молодежного центра «Химик» об этом во все голоса поют учащиеся всех заведений Омска. Стартовали отборочные этапы регионального фестиваля «Студенческая весна-2014». Одной из первых покорить жюри взялась Анна Одинцова. Студентка первого курса Государственного университета, занимается вокалом с 9 лет. Так что как и что петь, знает. Участвует сразу в двух номинациях конкурса. Арбитры еще не успели отойти от ее первой композиции, она уже берет гитару и снова в бой. Когда не смогу летать, что глупо не умереть. У меня всегда лиричные песни, да. Я пытаюсь какие-то более спокойные, чтобы слова были, чтобы в них можно было вжиться, вдуматься, понять их. 150 заявок из 18 высших учебных заведений и 6 среднеспециальных. Сегодня жюри высматривает таланты по музыкальному направлению. А еще студенты будут соперничать в танцах, театральном мастерстве, в оригинальном жанре и журналистике. Разные и вокалисты, и ансамбли разного направления, разного уровня. И студенты стремятся, конечно, выступать как можно лучше. Хорошо бы, если бы кто-то из нас прошел, это наша мечта. Но если не получится, это тоже хорошо, потому что это повышение класса. До 9 апреля будут соперничать студенты. Финал регионального фестиваля пройдет 16 апреля здесь же, в молодежном центре «Химик». На гала-концерте споют и станцуют на бис самые талантливые. Таланты у нас, безусловно, есть. Талантов много. И ежегодный этот постоянный фестиваль «Студенческая весна» тому подтверждение, на самом деле, несмотря на то, что участников огромное количество, зернышки талантов, зернышки алмазов у нас, конечно, есть. И люди и выигрывают, и побеждают. И я думаю, что много интересных вот уже у нас еще даже до половины не дошло, да, огромное количество людей, которые мне лично очень нравятся как человеку, как продюсеру. Финалисты регионального фестиваля войдут в состав делегации от Омской области для участия в 22-м Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», который пройдет в городе Тольятти с 15 по 19 мая.